Пришли мумия 1 и мумия 2. Акилес, Пандарита, ты прекрасно выглядишь. Никто бы не сказал, что недавно у тебя был кризис. Говорят, что молодые восстанавливаются быстрее. А ты, Акилес, стал красивым парнем. Наверное, женщины не дают тебе проходу. Мне сказали, что моя племянница Фабиола без ума от тебя. Это правда, кузина не отходит от свояка. Я прав? Проблема в том, что у моего братика слишком изысканный вкус. Мне нравятся люди с мозгами, а в этой семье их немного. Представляешь, Олимпия, моя племянница и твой сын, было бы великолепно. Да. Да. Не знаю, как они не устают нести этот бред. У них большая практика, Акилес.